Хей, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Black Rush. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Вам не сложно, мне приятно. Дорогие мои, в этой серии мы будем следить за лидерами и их заместителями. Посмотрим, что они делают, нарушают ли наши перчики. Если нет, то это хорошо, и они пройдут проверку. Если не пройдут проверку, то чпоки-чпоки. Приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита. Вводим команду Leaders, и у нас вот здесь достаточно лидеров и заместителей. Итак, у нас есть лидер в Син, 59-й айдишник. Давайте отправимся за ним наблюдать. Чтобы попадать в мои ролики, вам всего лишь нужно зайти на Black сервер, ввести мой промокод хэштег Star. Кстати, промокод вы можете ввести на любом сервере и получить крутые приколюхи. Это да. Также скачивайте игрушку по ссылке в описании, и все у вас будет круто. Вот он, ребята, на крыше. Что он здесь делает? Обычно, ну, сюда тэпаются админы и с ними ведут беседу. Я такое видел. Но нарушения от него мы не видим, поэтому мы отправляемся сейчас к следующему человеку, а это положение с 9-очка Арзамаска ОПГ, 101-й айдишник. Давайте посмотрим, чем он занимается, 101-й айдишник. Вот видите, ЕППшер, 101-й айдишник. Так, слэп, 101, бабам. А это ЕПП, все хорошо, Лешенька, а? Как у вас дела? Как у вас дела? Виталя, не, ПЖ. В смысле, нет, идем ко мне, идем, мой маленький. Вы девяточка. Вы девятка. Арзамас ОПГ. А нарушаете немного правила. Я готов понести наказание, но... Так, но, пожмите руку. А, то есть без руки он не готов понести наказание, ну тогда придется пожать ему руку и кинуть его в драйв. Вот так вот. 101, все. До свидания, Лешечка. Нарушитель. Вот видите, да? Не прошел уже лидер проверку. Ну, что поделать? Бывает, ё-моё. Так, Арзамаска ОПГ, УМВД зашел. Подполковник, 9-очка, 27-й айдишник. Давайте посмотрим, чем он занимается. Он, я так понимаю, только зашел. Вот находится в своем отделе. К нему уже подбегают люди. Но пока что он только входит в процесс. Поэтому давайте отправимся к следующему пока что заместителю лидеру. И следующий заместитель лидера у нас Саша Лепс. Это 9-очка, Лыткалинская ОПГ. 383-й ID. Давайте посмотрим, что делает у нас Лыткалинская ОПГ. Что он, поплавать что ли решил? Лепс, мафия, нифига себе, Фома. Так... Что-то у него прям случилось такое непонятное. Он не может выбраться, либо он завис. У него 2 хп, ребята. И типа я не понимаю, он застрял что ли? Давайте его слэпнем. 383, вот так, опа. Что? Это я сделал? Тогда давайте ему 100 хп дадим и заспавним, попробуем спава на базу организации. Если это из-за меня ошибка, давайте вот так сделаем. Все, он на базе, Виталя. Типа, я не понял, у меня все зависло, я его слэпнул, я думал, он застрял, и он помер. Если это от меня, то я ему пополнил хп. Боже, ты Виталий Старк. Ну да, типа, я Виталий Старк, а ты 9-очка Лыткалинского ПГ. Можно фотку? Конечно, сделаем как-нибудь, братишка. Просто у нас здесь пока что зам и лидер не разбежались, вице-губернатор, вот, допустим. Мне нужно их проверить, а то, может, кто-то там ЕППшит, кто-то танцует. Ну, просто вот посмотрите, ну, просто, ну, вот что я могу сказать по поводу этого? Ну, танцует, кто-то стоит на подиуме вот этом, блин, столике перед вице-губернатором. А так можно? Чё? А так можно повыситься? А как можно повыситься? Смотри! Смотри! Ё-моё! Ну, игроман, ну что, весельчаки, ну бывает без не секрета, на секретаря. Оп! Какой-то озабоченный маньяк, ё-моё, наш вице-губернатор. Смотрите, что он делает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Лицензиор, вон там вот лицензиор вызывает, ё-моё. Так, давайте отправимся. Ну, зато у них не скучно. К подполковнику УМВД. Это Юлия Десов, 566. Чё-то знакомое, а скорее всего уже мы наказывали их.
за что-то было. Да-да-да, то ли за МГ, то ли ЕПП. Она здесь качает ребят, ё-моё, как будто срочников в армии качают. Ё-моё. Приседания. Может, это у них занятие спортом проходит. Правильно. Спорт — это жизнь. Понятно. Видите, приседают, отжимаются, так что можете спать спокойно, вас доблестная полиция защитит. На этом наша тренировка подошла к концу. А что здесь админ делает? Что админ? Это Артём Ролл. Так, это у нас кто такой? Кто такой Артём? Артёмка, где он? Артём Ролл, администратор. Что он здесь делает? Нафиг он с ними взаимодействует? Что он здесь делает? Эй, Артём. Покиньте ТТ, правильно, покиньте ТТ, все верно. Халатная Джулия Диаса решила сделать норму. А при всех. Спаван 658. Ты что, обнаглел, что ли? Обнаглел, что ли? 658. Иди сюда. Иди сюда. Еще. Ты обнаглел, что ли? Еще такой поступок и выговор. Понял? Я вообще не знаю, кто это. Может быть, ник поменял? Без разницы. За словами следи при людях. Лично тэпаешь и общаешься, а не показуха. Позорище. Ну, позорище — это просто ситуация позорная. Я в шоке. Я просто в шоке, честное слово. Мне типа не понравилось это все, что сейчас произошло. 649-й у нас тоже вице-губернатор. Давайте посмотрим. Ага, он тоже здесь. Но они весельчаки, они здесь не нарушают. Вот сумки, бланк в ручке, короче, лицензиюхи там продают. Ну, все нормально, у них крутится, ё-моё, лаве тоже там, я так понимаю. Так, что у нас еще есть? Губернатор, ребята, правительство области, 720-й айдишник. Давайте посмотрим 720-го айдишника, что он делает вообще. Томас, проверь заявку на форум на 7-й титул X14. Ага, сейчас, может быть, проверят и пацанчика впустят. Ну, они не нарушают, они красавчики, нарушений я от них не увидел. ФСИН, девяточка, 876-й, давайте посмотрим, 876-й, ВРП, правильно, скажите, на официальном форуме, как, на офф-портале нужно проверить электронную заявочку на вступление в ваши ряды, и все, это будет РП-процесс. Так, это у нас девяточка ФСИН. Куда это они приехали? Что здесь, столовая какая-то? Магазинчик или что? Ну да, продукты вон на карте нарисованы. С кем-то он сюда приехал на вот такой вот Мерсике. Ну, неплохая тачка, неплохая. Вот к ним друг подсел еще один какой-то. Нифига себе! Ну, типа, на него было покушение убийством. Если у него есть полиция, этот пистолет, он имеет право открыть огонь. Нифига себе. Опасный райончик этот, город Южный. Прям реально опасный. Они его побежали арестовывать, ребята. Они его побежали арестовывать, я понял. Типа нифига себе. Подбежал такой, достал дробаш, нацелился. Ему повезло, что он убежал, а то бы что-то бы случилось. Еще один вице-губернатор, Валерка. Ё-моё, Валерочка, где ты? Валерка. О-о-о. Понабрали вице-губернаторов, которые водить не умеют. Правильно, Андрюша, правильно говоришь. И вот мы только что это увидели, да? Даже через эту преграду мы перелетели на вот этом гламурном Мерседесе. ЕПП. Шутник. Админы, ЕПП. Админы, ЕПП. Шучу. Да, шутки у него веселые, как будто Валера профессионал по езде. Примерно это так выглядит. Я говорю... Зато они веселые, ребятки. Прям реально, что-то мне прям порадовали. Вот это правительство, оно реально навеселе. Что-то угорают, смеются. Типа прикольно. Позитивные, короче, ребятушки. Валерка, я так понимаю, забивает на все штрафы, потому что он богатый, как бы он работает в правительстве, да, делает умные законы и так далее и тому подобное для виртуального штата. И у него, наверное, хорошо получается, ему пофиг на штрафы. Но так нельзя, ребята.
Незнание законов не освобождает вас от ответственности, как бы. Ну что, ребята, вот такая вот у нас была слежечка за лидерами и их заместителями. Еще и влетела администратору, ну вы поняли, наверное, за что. Как бы надо и админов на самом деле проверить, потому что что-то, ё-моё, немножечко раньше я больше за них брался. И помните, как все было, да, на самом деле. Вот, я думаю, и экшен, и посмеялись, вот, и наказали заместителя. Как бы все у нас в этом ролике есть. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. И, может быть, она выйдет сегодня.